сроком диспансеризации проходят медосмотр девочки, и по необходимости, по жалобам, даже просто с профилактической целью. Мы направлены на профилактическую цель, наш кабинет работает, а не на лечебную цель. Поэтому нам главное предупредить у девочки воспалительные процессы, предупредить анемию, правильность питания и самое главное у подростков предупредить нежеланную беременность. Нам лучше предупреждать, чем этим заниматься.